Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, ребятки, нас разработчики порадовали халявой. Халява выглядит следующим образом. Это контейнер, который можно открыть абсолютно бесплатно. И, честно говоря, я очень сильно удивлен и, ну, крайне-крайне рад тому, что такая возможность будет. Кто-то скажет, зачем я снимаю видео, по одной простой причине. Потому что, возможно, есть ребята, которые сейчас в игру по каким-то причинам не заходят. Ну и, посмотрев мое видео раньше, чем попадут в игру, захотят в игру попасть и не забыть, и не пропустить, и все-таки получить бесплатный контейнер и открыть его. Я же открою свой прямо сейчас и желаю всем успеха и, конечно же, получить золото. В данном контейнере, ребят, золото идет со следующей вероятностью. 100 голды 20%, 200 голды 20%, 300 голды, простите, 400 голды, 500 голды. Короче говоря, любое количество голды с вероятностью 20%. Если я правильно помню элементарную математику, то в любом случае голдишка какая-нибудь да выпадет. Таким образом, ребят, голда халявная вам обеспечена. Ну а плюс к тому, ребят, вот могут выпасть вам фоны профиля и аватары. Я аватары не понимаю, фон профиля, ну окей, хорошо, может, поменяю свой, который стоит, хотя мне, честно говоря, все равно, с каким фоном профиля кто-то заходит посмотреть мою статистику, ну а мне же мой фон профиля, в принципе, как бы абсолютно ровно. А вот голдишка вещь хорошая, особенно с учетом того, что сейчас новогодний аукцион, и, возможно, вам на какую-нибудь машинку как раз вот этой голды и не будет хватать. Ну что, ребят, открываем, ну а одновременно с этим всем желаю исключительно успеха в открытии ваших бесплатных контейнеров. Итак, что мне выпадает из бесплатного конта от разработчиков? Я получаю фон профиля и 500 голды, ребят. Я поднял сейчас максималку ту, которую можно было получить. Безумно рад и обязательно потрачу данную голдишку на что-нибудь годное. Ну а если вы хотите знать, что годное, что нет, подписывайтесь на мой канал и, соответственно, будете постоянным зрителем канала, нажмете на колокольчик, соответственно, будете не пропускать новые видосы. Фон профиля, кстати, довольно неплохой, мне нравится. Ребятки, подписывайтесь на канал, я снимаю исключительно честные обзоры на товары в магазине и на технику такой, какая она есть в средних руках. На данный момент у меня все, если будет что-то новенькое, обязательно сообщу, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Всех благ, мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока. Ой, нет, ребят, стойте, я совсем забыл о том, что у меня есть несколько аккаунтов, и я с удовольствием открою контейнеры на остальных аккаунтах, понятное дело, что придется вырезать и склеивать, я не сторонник вырезать и склеивать свои видео, потому что за честность, но в данном случае, я думаю, мне будет это простительно. Итак, ребят, открываю следующий контейнер на следующем своем аккаунте, просто для того, чтобы показать, что выпадает и с какой вероятностью. 500 уже получил на основном аккаунте, на дополнительном аккаунте получаю 200. Честно говоря, тоже довольно-таки неплохо. Что касается фона профиля, который выпал, ну, приятненький, прикольненький, новогодненький. Не жир, конечно, но почему бы, как говорится, и нет. Ну что, открываем на следующем аккаунте. Будем посмотреть, что выпадет там. Ну что, ребятки, посмотрим, что выпадет на третьем моем аккаунте, который я использую для записи видосов для своего канала. Открываем здесь контейнер. Я очень сильно надеюсь, что здесь тоже выпадет 500, как на основном аккаунте, но, честно говоря, при этом всем сомневаюсь, что такой фарт будет. Нет, всего лишь 100. Иду на уменьшение. Знаете, что меня сейчас радует? Меня радует то, что реально, ребят, ниже, чем 100 уже не будет. Поэтому на следующем своем аккаунте меньше сотки я точно не получу, а, возможно, получу больше. И это классно. Ну что, побежали на следующий аккаунт. Итак, ребятки, последний мой аккаунт, который я свечу в своих видео, на остальных аккаунтах соберу потом, уже без записи, и давайте посмотрим. Итак, мне выпало 500, мне выпало, сколько там, 200, да, и мне выпало 100. Таким образом, должно выпасть либо 300, либо 400. Ну, это мое предположение, я, конечно, сомневаюсь, что я прям сейчас попаду, мне кажется, попаду только пальцем в небо. Давайте смотрим, очень надеюсь на пятихаточку. Но сомневаюсь, ребят, хотя сотка голды халявной тоже лишней, честно говоря, в копилочке-то и не будет. Ну что, смотрим, что выпало. Итак, выпал фон профиля и 500 голды. Блин, жаль, что вот это вот все нельзя, ребят, склеить и засунуть на основной аккаунт, на котором мне хотелось бы приобрести что-нибудь годное на аукционе. Итак, ребятки, я всем желаю вот такого вот, ребят, результата. Нет, не вот этого вот результата, не вот этого вот фона профиля, а 500 голды халявных полкосаря.
говоря, было бы довольно-таки неплохо добавить на каждый из ваших аккаунтов, чего я вам искренне и желаю. Ну что, ребятки, до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте палец вверх этому видосу, пишите свои комментарии, напишите, что вам выпало из этого контейнера. Ну, там уж и посмотрим, кому как фартит и насколько разработчики действительно щедрыми оказались. На данный момент все, ребят. Всех благ, всего хорошего вам, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.